Приветствую вас на моем канале «Готовить как дважды два». И сегодня мы приготовим необычный салат, который называется «Обжорка» и полностью оправдывает свое название, так как остановиться и только попробовать его невозможно. Мне он очень-очень понравился, что я решила поскорее поделиться рецептом с вами. Вот продукты, которые нам нужны. Ничего не нужно варить. Белая фасоль понадобится в собственном соку. Высыпаем ее в миску. Нарезаем колбасу кубиками. Отправляем к фасоли. Помидоры тоже нарезаем кубиками. Соединяем. Сыр режем. Как бы это банально ни звучало, но тоже кубиками. И отправляем в миску. Повторяем. Петрушку мелко рубим. Все соединяем. Добавляем майонез. У меня он домашний. Ссылку оставлю в описании к видео. Перемешиваем и солим по вкусу. Настало время снимать пробу. Ну, очень-очень-очень вкусный салатик. Готовьте, подписывайтесь, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. С наступающим вас Новым годом! Добра вам, мои хорошие! До новых встреч! Пока-пока!